Мы отряды Путина предупреждаем весь мир. Не покупайте эти доллары, они нам абсолютно не нужны. Мы будем только своим рублем пользоваться. Не слушайте эту Америку. Они только брешут. Вот сами они в дефолт и попадут. По данным британской разведки, украинские силы продолжают укреплять свои позиции в окрестностях Лисичанска. Российское командование перебросило в Донбасс основные подразделения 6 армий. Однако им удалось добиться лишь тактического успеха в Северодонецке. За последние несколько суток британские спецслужбы также отмечают изменения тактики российской армии. Теперь она использует ракеты большой дальности. Причем как оставшиеся еще с советских времен ракеты Х-22, так и современные Х-101. Эти ракеты запускаются с бомбардировщиков с территории России и Беларуси. Главной новостью последних суток остается ракетный удар по торговому центру «Амстор» в Кременчуге, в результате которого погибло не менее 20 человек. Еще более 50 ранены, 40 числятся пропавшими без вести. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в момент попадания ракеты в ТЦ находилось более 1000 человек. В своем видеообращении Зеленский назвал Россию крупнейшей в мире террористической организацией. Российская держава стала найбільшою террористичною організацією світу. І це факт. І це має бути юридичний факт, і кожен у світі повинен знати, що купувати чи перевозити російську нафту, зберігати зв'язки з російськими банками, платити податки і мита російській державі – це давати гроші терористам. Торговий центр «Амстор» розположен через дорогу від заводу «Кредмаш», выпускающего оборудование для производства асфальтобетона и асфальта. Всего Россия выпустила 3 ракеты, 2 из них попали в торговый центр, третья – в завод. Минобороны России позже взяло на себя ответственность за пожар в ТЦ в Кременчуге, заявив, что он не функционировал, а пожар начался из-за детонации хранившихся на заводе рядов боеприпасов. Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что Россия обстреляла из реактивных систем залпового огня «Ураган», набиравших воду жителей Лисичанска. 8 человек погибли, 21 человек ранен. Также были нанесены удары по Николаеву и Очакову. Ночью был нанесен ракетный удар по Николаеву, около 11 ракет, часть из них сбила ПВО. Сейчас разбираемся, но вроде как сейчас разбираемся. Также по Очакову сегодня был прилет РСЗО, там 3 погибших, 6 раненых. Погибла девочка, 6 лет. 3-месячный ребенок в коме. Ну, в общем, вот такая вот история. Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что второй день подряд обстреливают Харьков. В результате вчерашних ударов погибли 9 человек, ранения получили 32 человека. В Москве во время прогулки в парке был задержан оппозиционный политик Илья Яшин. Сегодня его осудили на 15 суток по статье о неповиновении полиции. Журналистка Ирина Баблоян, которая была в момент задержания вместе с Яшиным, отрицает, что политик оказывал полицейским сопротивление. Я хочу дискредитировать президента Путина в глазах российского общества. Вот это я действительно хочу сделать. Сам политик выложил в Телеграм фотографии рапорта и высмеял позицию написавшего его прапорщика Митрофанкина. Я в отделе, кстати, поинтересовался у Митрофанкина, не мешает ли ему офицерская честь так нагло врать и фабриковать материалы. «Я прапорщик», — ответил он. «Это не офицерская должность». Пока что дело Яшина повторяет развитие событий, как арестовывали в апреле Владимира Карамурзу. Сначала арест на 15 суток за так называемое «неповиновение полиции», и в момент изоляции политика на него уже фабрикуется уголовное дело о фейках о российской армии. Илья Яшин неоднократно публично высказывался против войны в Украине, при этом заявлял, что не боится уголовного преследования и не собирается уезжать из страны. Продолжается давление на адвокатов арестованного по подозрению в госизмене журналиста Ивана Сафронова. Сегодня одного из защитников Сафронова, президента адвокатской палаты Дмитрия Талантова, арестовали сотрудники СК по Удмуртии. Ему вменяют публичное распространение заведомо ложной информации о действиях вооруженных сил России. Точнее, как пишет Коммерсант, о распространении данных о деятельности ФСБ. Другой адвокат Сафронова, Иван Павлов, осенью 2021 года был вынужден уехать из России после того, как его обвинили в разглашении данных следствия по делу Сафронова. Иван Сафронов не признает вину и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью. В Якутии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Глава региона Айсен Николаев утверждает, что за последние сутки в лесах Якутии обнаружено 34 новых пожара.
и общее число возгораний увеличилось до 60. Ранее российские власти приняли решение не тушить пожары в Сибири и на Дальнем Востоке, объяснив это экономической нецелесообразностью. В мае МЧС сообщало, что с конца апреля от пожаров в Сибири погибло уже 16 человек. 19 лет колонии по приговору суда получил гендиректор холдинга «Форум» миллиардер Дмитрий Михальченко за хищение при строительстве резиденции в Новоогарёво. Суд счел, что были похищены 1,5 миллиарда рублей на строительстве дома приемов. Общая стоимость проекта оценивалась в 5,7 миллиардов рублей. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в рамках саммита G7 предложил российским ученым, недовольным ситуацией в России, упрощенную эмиграцию в Великобританию. Российские ученые и исследователи, которые с тревогой смотрят на путинское насилие и которые больше не чувствуют себя в безопасности в России, смело подавайте заявление, приезжайте в Великобританию и работайте в стране, которая ценит открытость, свободу и стремление к знаниям. В городе Сан-Антонио, расположенном в 250 километрах от границы между США и Мексикой, в брошенном грузовике с прицепом обнаружены тела 46 мигрантов. Еще 16 человек, которые также находились в грузовике, доставлены в больницу. По словам представителя местной пожарной службы, люди пострадали от теплового удара, поскольку в грузовике не было кондиционера и воды. Представитель иммиграционной таможенной службы США заявил, что по факту случившегося началось расследование предполагаемой контрабанды людей. Суд в немецком Нойруппине приговорил 101-летнего бывшего охранника концлагеря Заксенхаузен к 5 годам тюрьмы. Его признали пособником убийства тысяч заключенных. Сам осужденный не признал свою вину, уверяя, что никогда не служил в Заксенхаузене. Однако имя, фамилия и дата рождения охранника концлагеря, который предоставила прокуратура, полностью совпали с его данными. Россия не смогла не отреагировать на саммит НАТО, который будет проходить в Мадриде с 28 по 30 июня. Так, госкорпорация «Роскосмос», которая не имеет к саммиту никакого отношения, выложила спутниковые снимки места его проведения, а также изображение Белого дома, Пентагона и штаб-квартиры НАТО, приложив точные координаты этих объектов. Так, на всякий случай, говорится в сообщении Роскосмоса. Россия допустила дефолт по внешним долговым обязательствам, пишет ТАСС со ссылкой на закрытое сообщение международного рейтингового агентства Moody's. Ранее стало известно, что 27 июня истек льготный период выплат по двум евробондам, держатели которых должны были получить в общей сложности 98 миллионов долларов. Российский Минфин продолжает уверять, что дефолта не случилось, и заявляет, что еще в мае перечислил деньги для выплат по госдолгу международным расчетно-клиринговым системам, но те якобы не провели платежи. Из России продолжают уходить международные компании. Французский производитель шин Michelin и американская компания Whirlpool, также владеющая брендами Indesit и Hotpoint, решили продать свой российский бизнес. Как пишет РБК, активы Michelin в России будут переданы локальному менеджменту. А Whirlpool подписала соглашение с турецкой Arcelik, владельцем бренда бытовой техники Beko. Из России также уходит финский производитель лифтов Kone, который продаст активы своим российским топ-менеджерам. Как стало известно изданию «Коммерсант», Росавиация мешает устроиться на работу российским пилотам, которые были уволены или отправлены в простой. Издание пишет, что федеральные органы не выдают иностранным работодателям данные о выдачах пилотского удостоверения и их актуальности. Из-за этого десятки российских пилотов не смогли трудоустроиться за рубежом. Я считаю, колоссальная ошибка будет уничтожить Украину. Оппозиция предпочла красивые виды, европейские, все остальное, там, и ориентировалась из жизни страны. То есть ждать, что Хелмут Шлиман или тот самый Авен и Ходорковский возьмут оружие и только на танках прорвутся в этот самый Брянск, тоже вряд ли. Не вижу экономических предпосылок для смены режима на сегодняшний день, так сказать, как бы кому не хотелось. То есть, когда... И я понимаю, что у них есть еще запас по времени, почти 2,5 года, так сказать. Они будут его испытывать.